скиньте его мне, и мы заплатим вам за это 3000 рублей. Мне важно знать, а как эта печка вообще себя ведет. Ваня у меня получилась очень, конечно, теплая. У меня тут брус 18 на 18. Я вот приношу две охапки дров, и вполне хватает. Печка эта получилась, конечно, очень удачной. Друзья, всем привет, с вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Владимир Ефремов, и у меня к вам просьба. Точнее предложение. Хочу предложить вам заработать 3000 рублей за 10 минут. Сейчас многие скажут, лохотрон, и понеслось. В общем, не лохотрон, а просьба к тем, у кого есть печка Горыныч 3. Нам сейчас на две бани заказали, чтобы мы поставили печку Горыныч 3. Я ее в экспериментальной бане смотрел, но хочется еще отзывов от тех, кто пользуется давно этими печами. В интернете есть один или два видеоотзыва о печи, которая установлена уже в бане достаточно долго. Если у вас стоит печка Горыныч 3, снимите на нее обзор, скиньте его мне, и мы заплатим вам за это 3000 рублей. Вот сколько отзывов будет о печи, столько раз такой отзыв мы и купим. Мне важно знать, а как эта печка вообще себя ведет там по прошествию какого-то времени. Как вы ей пользуетесь, что нравится, что не нравится. Прям по чесноку нормальный отзыв такой сделайте. И сейчас сюда я видео вставлю отзыв, который есть уже в интернете. И вот такого же плана хотелось бы от вас получить отзыв. Так что 3000 рублей за видео. Погнали отзывы. Внизу я оставлю свои контактные данные. Пишите мне на Viber, на WhatsApp или на почту. Ну и туда же договоримся, куда скинете сам файл видео этого отзыва. Все, в принципе, видео сегодня вот такое вот коротенькое. И дальше смотрите сам отзыв. Всем пока. Меня зовут Юсупов Забир Мафатихович. Хотел я рассказать про нашу баню. Баня у меня получилась очень, конечно, теплая. Во-первых, у меня тут брус 18 на 18. И потом я снаружи обложил кирпичом. У меня это уже четвертая баня в своей жизни. Всякие печи были в советское время. Какие-то самодельные были, квадратные. Они быстро сгорали. Печка эта получилась, конечно, очень удачной. Во-первых, она длинная. 1100 миллиметров длиной и металл 8 миллиметров. У меня раньше вот эти квадратные печки, они хватали всего года на 4-5 от силы. Все, сгорали, бока уже сгорали. Вот эти печки мне уже 7 лет, пока еще как новые. Так удачно конструкция сделана. Наполовину печки, значит, находится водяной бак, и на другой половинке находится, значит, вот камни. Очень экономичная эта печка получилась. Я вот приношу две охапки дров, и вполне хватает. Стань смотреть. Вот у меня здесь получается предбанник. Так вот. Я дрова заранее заношу сюда. Березовые дрова. Затапливаю. Потом вот. Через час где-то вот открываю вот это окно. Открывает окно. И все тепло оттуда с парилки выходит сюда. Потому что там очень жарко. Печка очень удачная. Вот кто строит баню. Или у кого-то печка вышла из строя, да? Рекомендую приобрести такую печку, и вы ни разу не пожалеете об этом.